я часто не узнаю теперь своего друга. Так он бывает странен, как будто даже отчужденность какая-то чувствуется. Я искал этому причин в его, откуда-то теперь явившейся, конечно, от болезни, религиозности, проявляющейся и в бреду, и наяву. Но он сказал мне вчера в одну минуту просветления: «Это отчужденность смерти, других причин не ищите». Да, конечно, он прав. Он теперь уже совсем не от мира сего. 2 недели тому назад он простился со мной в первую ночь, что я провела при нем. И мне все кажется, что только тень его со мной осталась. А сам он только изредка, на короткие моменты, является и снова исчезает. Слишком все это тяжело, Вера Григорьевна. Больше, чем я могу сказать и чем следует говорить. Право, есть вещи, которых даже не следует стараться высказать, потому что слова выдуманы не для них».